очень много неизвестного. Среда рождает потребности, среда говорит, нужно вот это. И надо очень быстро почуять и ухватить это. Но основные позиции, конечно, кто ты, ради чего, на что обращать внимание, необходимо, нужно планировать. И меня радует, что вот он ставит этот вопрос именно аж до 2032 года. Поделиться опытом, вот сейчас проходит круглый стол по теме «Успешная личность в эпоху перемен». Как раз о вопросах лидерства, о вопросах кризиса и о вопросах столкновения разных мировоззрений и разных видений и отношений к реальной ситуации, к экономике, к деньгам, вот о чем он говорит, к людям и к отношениям.